Мир маленького Славика – безмолвие. В нем почти нет звуков, но это яркий мир. Свои представления о нем Слава изображает на бумаге. На его рисунках необыкновенные животные и диковинные птицы. У мальчика невероятное чувство цвета и формы. Это что, сердечко? Нет? Покажи. Сердечко вот это, да? В Славином альбоме немало вариаций на тему попугаев. Птица вызывает у мальчишки неизменный интерес. Попугаи у Славика получаются разными, несмотря на то, что их прообраз живет в детдомовском живом уголке. Когда есть возможность, Слава подолгу стоит возле клетки. Петруш, Петруш хороший. Петруш, Петруш хороший. Хороший Петруш. Петруш, поговори с нами, Петруш. Встреча с глухим человеком часто приводит слышащих людей в замешательство. Они не знают, как себя вести, стараются громко говорить и даже кричать на ухо. Чтобы найти общий язык со Славой, ничего этого не нужно. Мальчик слышит глазами и умеет читать по губам. Ну, подходит, начинает трогать за руку и показывает, или поведет, куда ему и покажет, что ему надо, если мы не понимаем, например. Он отведет в то место, что ему нужно взять. Если вы никак не понимаете, что он хочет, он будет злиться, нервничать, как он поведет себя? Но таких сильных психозов не наблюдалось у него. Он все равно как-то будет, ну, может быть, даже чуть-чуть заплачет как-то, если мы не понимаем. Но чтобы он вот так вот в истерику впал, такого нет с ребенком. Славик очень любит учиться. Школьные учителя не скупятся на хорошие отметки и позитивные отзывы. Слава очень ответственно относится к домашнему заданию. Ему не нужно напоминать об уроках или уговаривать сесть за них. Он сам делает это аккуратно и вовремя. А это пингвины. Да, где они живут? Покажи, покажи. Где? Здесь, да? Вот. А еще какие животные? Смотрим. Это кит. Кит. Где? На карте, да? Здесь. Дальше посмотрим. Некоторые звуки Славик все-таки слышит. Например, громкую музыку. Когда в лагере начиналась дискотека, Слава мгновенно реагировал, бросал другие занятия и шел танцевать. Глухой ребенок тоже говорит, просто не так, как слышащий. Удивляет, например, он на музыкальных занятиях у нас. Вот, казалось бы, что не слышит, но по мимике, по губам он учит песни, поет вместе со всеми. Вот поет? Это вот удивление. Че? Как поет, как? Ну, смотрит вот на детей. Ну, как поет? Открывает рот, да. В общении со сверстниками проблем у Славы не возникает. Дети способны понимать друг друга на любом языке. Тем более, что у Славика прекрасный характер, и сверстники его очень за это любят. Слава очень аккуратный, всегда следит за собой, своей одеждой и своим спальным местом. Мальчик не против того, чтобы разнообразить свой внешний вид. Популярные у детей браслетики он делает виртуозно. А вот это зачем? Что этим делать? Так. Ага, на пальчике. Как? Покажи мне, покажи. Я поняла. Конечно, любит ласку. Любит ласку. Подходит, что если лишний раз его обнимешь, погладишь, он улыбается сразу, довольный. Славик пока не ощущает своей особенности. Он такой же жизнерадостный и открытый, как и слышащие сверстники.
Но ребенку, и особенно такому, нельзя оставаться без семьи. Со временем ему будет все сложнее понимать этот мир и встраиваться в него. Славику необходима поддержка и забота. Для гармоничного развития новорожденного ребенка необходимы две главные вещи – крепкий здоровый сон и грудное питание. Что касается первого, здесь все в порядке. Сон у Вики прекрасный, и попытки разбудить девочку требуют особых усилий. Подтягиваемся, подтягиваемся. Ты нам дашь, давай мы с тобой пока еще зарядочку сделаем. Вот мы как умеем. Вот мы как умеем. Да, ручки умеем, да, поднимать. Вот мы как умеем. Вот у нас Вика. Вика начала познавать окружающий мир с первых дней жизни. При рождении малыш имеет набор из основных рефлексов и с первых же дней постепенно начинает развиваться зрение и слух. Вика уже сосредотачивает взгляд на предметах, следит за плавными движениями рук, реагирует на громкие звуки и различает голоса. Но несмотря на свой незначительный возраст, она уже многое у нас умеет. Она умеет всматриваться в лицо взрослого, прослеживает за игрушкой и совершенно внимательно это делает, сосредоточенно. Если выкладывать ее на животик, она пытается поднимать головку и удерживать ее. Хорошо кушает, сосет смесь из бутылочки, аппетит у нее замечательный. Ой-ой, вот забеспокоилась, забеспокоилась. Но зато глазки показала свои, да, Вика? Вот какие красивые глазки у девочки у нашей. И носик красивый, и ротик красивый. Считается, что маленькие детки хорошо реагируют на негромкую классическую музыку. Она улучшает их сон, успокаивает нервную систему. Это важно, ведь при рождении ребенок пережил стресс, и ему нужно время, чтобы набраться сил. Вике совершенно точно нравится классика. Ее звуки приводят малышку в блаженное состояние. Но еще большую радость доставляет девочке общение со взрослым. Во время эмоционального общения она проявляет уже, появляется у нее первая улыбка. Когда берешь ее на ручки, она уже это понимает, что берут ее на руки. Она чувствует тепло взрослого, надежность и защиту. Она успокаивается в этот момент. Вот какая она серьезная девочка. А посмотри, кто к тебе пришел в гости. Кто пришел в гости к Вике? А, поймала игрушечку. А, это кисонька пришла к тебе. Кисонька, Марисонька хочет с тобой поиграть. В современных качалках есть аудиозапись сердцебиения беременной женщины. Те звуки, которые малышка слышала до появления на свет. А сейчас Вике очень нужны интонации нежности и любви. Нужно, чтобы кто-то пел ей колыбельные песни. Все это позволит ребенку почувствовать себя любимым и создаст у Викуси ощущение безопасности, стабильности и добра окружающего мира.